Всем привет, с вами Иван Каже. Сегодня у нас будет обзор чипсов Лейс. Вот вкус паприка. Обычная, классическая паприка. Возможно, для кого-то покажется этот вкус не новым, но в Украине вот у Лейса паприки обычной не было. Вот всегда, когда я хотел чипсов с паприкой, я покупал чипсы люкс. Вот у Лейса когда-то там появилась паприка в серии Макс, вот пикантная паприка, вот это мега рифленые вот эти чипсы. А вот именно обычной классической паприки у нас в Украине не продавалось. Не знаю, не продавалось ли вообще или продавалось когда-то давно, но я не помню. Вот, ну а теперь, я так понял, в сериях вот чипсов Лейс произошли какие-то перестановки, то есть пикантная паприка у серии Макс ее вообще убрали, появилась обычная паприка у серии Макс, вместо пикантной паприки появился новый вкус, который я уже обозревал, да, по-моему, сальса, шалена сальса, если не ошибаюсь. Ну, в общем, как-то так. Вот, собственно, вот это мы будем сегодня пробовать. Я реально, конечно же, рад. Паприку все-таки я люблю. Чипсы люкс со вкусом паприки — это мои из самых любимых. Вот я их покупал, конечно же, потому что у Лейса не было паприки. Теперь вот даже не знаю, буду раздумывать. Вот данная пачка имеет вес 133 грамма. Обошлась она мне в 25 гривен 80 копеек. Купил я ее в Market Opti. Сколько 25 гривен 80 копеек в других валютах, я, конечно же, укажу в титрах. Вот так выглядит наша пачка поближе. Сдалека, честно, можно вот ее перепутать с беконом. Вот, но бекон более темная, вот она более коричневая, темная, да, какая-то такая пачка. То есть тут это, тут больше красного, как бы. Но в целом вот сдалека так очень похоже. Вот, давайте заглянем внутрь, попробуем. Жареный картофель. Вот так все это дело выглядит внутри, надеюсь, видно. Вот, конечно же, здоровые. Вот чипсы Лейс, это прекрасно. Вот так вот выглядит наш чипс. Но они все вот, кстати, сверху у меня все вот такие один за одним большие лежат. Классно. Ядреный такой оранжевый цвет. Вот видно, что он как бы переливается, этот оранжевый цвет. Да, то есть где-то есть вкусовая добавка. Вот где-то ее больше, где-то меньше. Вот так вот. Вот, но где-то вот чипсы расслаиваются. И есть вот белые просветы такие. The best of the best of the best. Огонь. Как я люблю паприку. Конечно же, это не самый мой любимый вкус, но в реале вот классическая паприка, она вот где-то вверху, где-то в топе, там в топ-5 вкусов точно входит. Ну, отлично. Все как должно быть. Отчетливый вкус паприки, приятный, насыщенный. Вот, чипсы хрустящие. Мне нравится, что куча чипсов вот сверху, по крайней мере. Ну, у меня в пачке, вот, они все крупные и все целые. Вкусняха. Я не знаю. Я просто сейчас в растерянности, я просто хочу это кушать. И я не знаю, что говорить. Я думаю, ну... Чипсы со вкусом паприки ели уже все и многие. Я думаю, многие, кто любят этот вкус, как и я, в том числе ждали, когда у Лейса, вот, ну, по крайней мере, в Украине, они появятся в продаже. Во, вот это зачетно вообще будет. Смотрите, как он выглядит с этой стороны и как с этой стороны. То есть контраст вообще, он с этой стороны чуть ли не коричневый, весь в этой вкусовой добавке. Наверное, я просто сейчас оценю насыщенность этой паприки. Огонь. Вот это вообще класс. Вот все такие были. Вообще просто цены не было. Ну что, оценку я поставлю 5 с плюсом. Я безусловно рад, что у Лейса появился вот классический вкус паприки. Давно пора. Давайте еще подгоните нам шашлычок и верните малосольные огурчики. Я думаю, все этому будут безусловно рады. Вот. Буду в дальнейшем брать или нет? Конечно же буду. Вот. Оно того стоит. Рекомендую попробовать, если вы вдруг не пробовали. А у меня на этом все. С вами был Иван Каже. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать автоматические уведомления и смотреть мои новые видосы первыми. Также пишите комментарии. Мне интересно ваше мнение по поводу этих чипсов. Нравятся они вам или нет? Какую бы вы оценку поставили этому вкусу? Вот. Ну и, конечно же, всегда рад с вами пообщаться. До новых встреч. Всем пока.